Привет всем! Третье окучивание я начинаю маленьким усовершенствованием дисковых окучников из-за раскрутившихся гаек на последней борозде. Эти гайки я решил приварить и усилить конструкцию 3-мм вставкой, чтобы исключить деформацию дисков, когда приходится сильно давить на ручки мотоблока. Ботва у картошки уже прилично подросла, и я даже не стал заезжать в междуряде на стандартных 10-дюймовых колесах, а сразу приступил к их замене на самодельные 90-сантиметровые грунтозацепы. Специально для этого год назад сделал домкрат. Без него в одиночку эта процедура была бы невозможна. Подкатываю грунтозацепы с расширителями, прикручиваю их, и все готово. На замену ушло около 15 минут. Устанавливаю, настраиваю окучники и вперед. Первые 6 борозд посажен картофель нового сорта. Он зашел позже, и ботва не успела закрыть междурядье. А вот старая картошка уже цветет, и обрабатывать ее, не травмировав, будет очень сложно. Поэтому продолжать я не стал. Конечно, есть кусты, стебли на которых подрезали диски или грунтозацепы, но их очень мало. Окучники не смогли закрыть верхушки гребней. Как и на необработанном участке, оставшуюся траву придется вырвать вручную. Подписывайтесь на канал. Всем пока!